Мы должны поститься, исполняя Божью заповедь. В книге Тавит ангел Рафаил говорит Тови: «Доброе дело молитва с постом и милостынею и справедливостью. Лучше творить милостыню, чем собирать золото. Всякий да услышит». Если ангел говорит это, не явно ли, что пост умилостивляет? Святитель Дмитрий Ростовский. О том, как постился царь Давид, он сам упоминает в псалмах. «Одевался во вретище, изнурял постом душу мою». И в другом псалме: «Колени мои изнемогли от поста». Вот как постился царь, чтобы Бог был милостив к нему. Святитель Дмитрий Ростовский. Сам Спаситель постился 40 дней и 40 ночей, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его, чтобы и мы по силе нашей хранили пост. Пишется в Евангелии от Матфея, что Христос, изгнав беса из некоего юноши, сказал апостолам: «Этот род изгоняется только молитвою и постом». Святитель Дмитрий Ростовский.